На Троицу в курортный район вдвое вырастет поток туристов. Гостей праздника ждут венок великан, гигантская яичница и выборы самой длинной косы. Главной площадкой праздника Троица третий год подряд станет Сестрорецк. Как и прежде, торжества начнутся с молебна в храме Петра и Павла, а затем по традиции несколько десятков человек опустят внушительных размеров троичный венок в озеро Сестрорецкий разлив. Оттуда крестный ход отправится до парка Дубки, где развернется основная программа. На эту церемонию в Сестрорецк приедет немалое число верующих. Организаторы позаботились о том, чтобы все добрались без проблем. Традиционно у нас с Финляндского вокзала идет электричка. У нас есть третий автопарк, который обслуживает, можно добраться автобусами. На сегодняшний момент вообще в связи с тем, что появился скоростной диаметр, именно с точки зрения, как добраться, да, до Сестрорецка, теперь проблем никакой не составляет с любой точки города. И достаточно удобно и быстро. В этом году на Троицу впервые пройдут конкурсы на самую роскошную девичью косу и на лучший русский национальный костюм, женский и мужской. Гуляния в Сестрорецке откроются 4 июня. Продлятся они с полудня до позднего вечера.